В Колыване определили студента года 2012. Самые активные, целеустремленные учащиеся сельскохозяйственного техника боролись за звание лучшего. 12 претендентов, в финал вышли лишь четверо. И голова у него — это солнышко, то есть знак мира, чтобы не было войны, чтобы всегда все было солнечно. Как видите, он улыбается, как я. Леша Нефедов сегодня как в малине. Он единственный юноша в финале. Спортсмен, участник всех молодежных форумов, заядлый КВНщик. Он уже успел отслужить в армии и вернулся в родную Альма-Матер. Уверен, военная выправка поможет преодолеть волнение. Вообще хочу попасть на большую сцену, если честно. И зарекомендовать уже себя как, может, все-таки в какой-то комедийной, как бы так сказать, податься, да, в жанре комедии. Все-таки очень люблю смех, этот жанр, и смех продлевает жизнь. Однако девчонки своих позиций сдавать не собираются. Им тоже есть чем блеснуть. У каждой за плечами целое портфолио наград и грамот. Ну, думаю, песней мы сразим жюри. Волнуются за кулисами, переживает группа поддержки. Спокойно только Вика Свиридова. Все это она испытала год назад. Она студент года 2011, а сегодня уже молодой специалист. Во-первых, меня заметили. Это первое, то, что меня заметили. Меня сейчас везде, отдел молодежи меня везде берут. То есть, как бы, я уже в молодой гвардии также. Ну, как бы, это дает, стимул какой-то дает, то, что ты нужен кому-то, ты как-то идешь вперед. Мозговой штурм, самопрезентации, эссе. Конкурсанты стараются не на шутку. Сложнее всего, наверное, пришлось жюри. Как определить победителя? Однако выбор сделан. Студент года 2012 Алексей Нефедов. Ему повезло чуть больше. А может, просто девчонки решили все-таки отдать пальму первенства единственному и, как оказалось, самому смелому юноше-участнику.